Президент России Владимир Путин постановил вновь вернуть звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, сообщает телеканал «Известия». При этом награжденной матери будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Хороша ли эта мера и нужны ли дополнительные льготы многодетным семьям, мы спросили у тверичан. Ну, это мало. Капля в море. Это не поддержит. Нет. То есть нужно больше платить? Там больше, думаю, всяких льгот, пособий надо, да, и больше денег, конечно же, жилплощадь какую-то, землю. 10 детей надо содержать, одевать, где-то их кормить, где-то им спать надо, на чем-то надо спать. Это... Конечно, хорошее. А нужно ли вводить какие-то меры те, у кого 3 или 5 детей? Ну, пусть догоняют. Хорошее, наверное, я думаю. Правильно делает, так надо. А нужно именно выплачивать или что-то, какие-то дополнительные еще плюшки должны быть? Нет, выплачивать лучше. А сколько примерно? Ну, не знаю. Ну, хотя бы хоть 1 000 000-то хорошо было бы. Я думаю, государство так достаточно многодетным и малоимущим семьям помогает. Как бы у меня у самой 4 детей, ну вот. Хорошая. А сколько нужно вообще выплачивать матерям таким? Не знаю, без понятия.